Это компания Maxi Tool Group. Она продает три бренда. Это Profi Power, ECDC бренд и Расходка Max. Компания китайская, производство находится в Китае. Владельцы, соответственно, граждане КНР. Цена, качество на высоком уровне, качественный пластик. Есть новинки, которые не представлены ни в компаниях других. Это гайковерт 1300 ньютонов метров. Это, да, вот. Это из разряда профи-инструмента. В рознице 26 тысяч. Вот. Компания представлена широкий спектр инновационного инструмента. Вы видите, да, здесь бесщеточные моторы. Здесь бесщеточные моторы. Срок службы на 30% увеличен. Мощность на 25%. Соответственно, очень она маленькая в размерах. Вот, это хит продаж в рознице. Легкая вообще. Да, да, да. И, несмотря на то, что он маленький, здесь 40 ньютонов метров. Вот, две батареи идут в рознице 5800. Есть реноваторы, есть УШМ-ки. На рынке по цене 8800, куда входят две батареи 4-амперные. Три режима работы двигателя. Да, двигатель бесщеточный, видите, маленький. И вся эта прелесть стоит 8800. Что у нас еще? Есть лобзик. С маятником батареи подходят 4-амперные, 2-амперные. Здесь еще интересно, в Profi Power база, платформа батареи подходит под Makita. Да. Makita очень популярна. Сейчас многие премиум-бренды уходят с рынка. Это у нас новинка. Вентилятор, он идет в продаже без аккумулятора. Мы тестировали его. 2-амперная батарея, 8 часов батарея не села. Ну, понятно, нагрузки здесь нет никакой. В рознице это стоит 1100 рублей. Также фонарик идет в рознице 1200. Без батареи идет. И сзади идет подзарядка 2 слота USB. Цепные пилы 4-дюймовые, 6-дюймовые. 4-дюймовые это щеточные, бесщеточные. То есть это щеточные. 6 бесщеточные. Бесщеточные 6-фут... идут с одной батареи, эти идут с двумя батареями. Это в рознице 5000, это в рознице 6100. Ближайший наш коллега, это Штиль, продается за 19 тысяч. Мы стоим 6 тысяч. Вот. Это расходится как горячие пирожки. Это электрическая газонка. Идет с одной батареей. Она используется для подкашивания под лавочками возле бордюров. Вот. Она сразу с колесиками, да? Она идет с колесиками, регулируется, колесики регулируются по высоте, какой вам нужен. Вот где-то раскручивается и регулируется по длине, в зависимости от роста. Нивелиры. 5300 в рознице. Идет аккумулятор, идет пульт отдельно. Можно с 10-15 метров переключать режимы. Можно в ручном режиме, есть кнопки. Наша, будем так говорить, прерогатива, наш конек в том, что он стоит дешево, мы его ремонтируем сами. Обычно дешевые нивелиры, если уходят из строя, их покидывают. Да. Мы ремонтируем, если нет дефектов, ремонтируем по гарантии, если есть дефекты, это платный ремонт. Вот. Тоже новинка у нас, это ножницы, да. Вот. Они предназначены для реза металла толщиной до 2 мм. Здравствуйте. Сейчас, секундочку. А, давайте, давайте. Да, да, да. Это ютубер Белгер. Так, сейчас компания также занимается газовыми горелками. Все, стоп, поднимите, поднимите вот так вот. Да. Вот, сейчас проходит акция. От коробки в коробке 100 штук. Это с кварцевым поджигом и просто горелка. Вот. Из-за того, что мы работаем без российских
бери продавцов или продавцов, владельцы, производителей, они же и продают, поэтому цена-качество на высоком уровне. Гарантия на аккумуляторные батареи на расходку год, на инструмент год, с даты продажи, либо с даты выпуска. Пойдемте дальше. Интересные угловые гейки. Да, это наша новинка. Угловые. Самые ходовые у нас это 600 ньютонов метров с одной батареей, 7000 в рознице. Здесь у нас 400 ньютонов метров. Батареи 2-амперные. Это тоже новинка. К сожалению, она мы месяц только продаем. Пока невозможно сказать. Хит продаж это УШМ-ки 1100 ватт. Давайте. 1100 ватт. Они идут как с регулятором оборотов, так и без. В рознице с регулятором оборотов стоит 2490, а без регулировки стоит 200 в рознице. Также есть, нивелир, я вам рассказывал. Мойки, да? Да, мойки это новинка, где-то 4 месяца у нас продажи, сезон хорошо продается, сейчас не сезон, у наших партнеров, коллег по бизнесу этого наличия нет, соответственно, мы одни представлены. Мультитулы. Мультитулы, да, 3 режима полета. В комплект идут расходники, вот идут разные насадки, всевозможные. Да, желтый тоже. Бесщеточный двигатель. Отдельно у нас аккумуляторные батареи продаются. Вот они вставлены на пол также. Тоже новинка, вентилятор. Это антивандальный. Закупка у него 2900, пользуется популярностью, он может работать как от сети, так и от батареи. Цепляется на стену, есть крючок, есть и регулировка оборотов. Удобно. Да. Есть маленький, он в 3 раза дешевле в закупке, там есть 2 слота, 2 микро-USB, я вам рассказываю сейчас. Вот это ассортимент против балла. Воздуходувки. Есть воздуходувки две, да. Это 70 метров в секунду толкает поток. Этот 2 раза меньше. Что у нас еще? Гайковерты я вам сказал. 280 ньютонов метров и 340 ньютонов метров. Идут 2 батарейки в комплекте. Также циркулярка, вскоре после выставки будет анонсирована продажа тушек, батареи можно купить отдельно, стоимость батареи где-то 1800 рублей, 4-амперная, 2-амперная где-то на 700 рублей дешевле. Фрезеры. Да, есть фрезеры, представлены кромочные. Кромочный, да. Входит одна батарейка, двигатель бесщеточный. Один из лидеров продаж. Ну, цепные аккумуляторы видели. Здесь уже и Сидиси, да? Да, здесь бренд Сидиси. Мы там не говорили, да, ни о чем? Нет. Бренд Сидиси мы анонсируем как профиль инструмент. У него база идет батареи 21 вольт, они не подходят в пакете, но тут ассортимент сетевого инструмента больше, несколько раз. В основном это бесщеточные моторы, есть щеточные, как бы идем в ногу с наукой, со спросом от наших партнеров, от покупателей. Вот. Ну, большая болгарка, 4 вида пил, есть пилы мощные, 2600, есть пилы 2200. Это у нас... Гровер.
Гровер, 3200 в рознице, вот, сетевой, очень популярный. А вот у нас сетевые лобзики, УШМ-ки, вот УШМ-ки с регулятором оборотов, вот, плавный пуск. Чем еще интересно, есть позиция 21 вольт, шуруповерт 90 ньютонов на метр, специальная ручка для того, чтобы не повредить здоровье, металлический патрон. Вот. Это реальные цифры по мощности, вот. Они не завышены, большим спросом пользуются у рыболовов в зимний период. Нивелиры. Нивелиры, они внешне одинаковые. Запчасти друг к другу не подходят. Они на 500 рублей в рознице дороже. Они отличаются тем, что есть крепление к алюминиевой металлической стене и лифт, подложка напольная. Поэтому он дороже. Также идет пульт. Также 16-лучевой, полностью ремонтопригодный. Прошло время, когда Китай было дешево и сердито, и это было не ремонтный прибор. Сейчас в Китае это дешево, очень экономично, ну и находится на покупателя. С каждым годом продажи увеличиваются в два раза, а то и в три, в зависимости от сезона.